Так, Юль, еще раз привет. Привет. Очень доброе утро. Так, у нас сегодня 7-я с тобой встреча. Как прошли твои дни, твои недели? Какие мысли, размышления, самочувствие, в целом ощущения от размышлений, которым ты подвергаешься второй месяц уже? У меня, насчет там задания домашнего, просто то, что там поотслеживалось, то в основном связано с воспитанием, что я плохая мама, что самое сильное, что меня цепляет вот на данный момент. Плохая мама, плохая мама, что ты имеешь в виду? Плохая мама, то, что я не могу сама для себя определить какие-то там грани насчет воспитания. То есть я в любом варианте, который бы я не выбрала в отношении там то ли замечания, то ли не замечания сына, я все равно считаю себя плохой мамой. Соответственно, я очень сильно там сомневаюсь в принятии какого-то решения насчет там воспитания в определенных там ситуациях. И, считаю, что это плохо влияет и на сына, и на его развитие. И вот виню себя и не знаю, немножко вот я в этом плаваю. Вот это меня очень сильно огорчает. В остальном мне намного лучше. А что такое плохая мама? Плохая мама, та, которая не может дать сыну необходимую поддержку и уверенность в том, что он защищен, что его любят, принимают таким, какой он есть. А судьи кто? Что такое нормальная поддержка и ненормальная? Судьи – это результаты моего сына и его ощущения себя в социуме. Ты думаешь, это непосредственно зависит только от тебя? Не только от меня, но я считаю, что я все-таки достаточно важное звено. Ну, допустим, ты важное звено, но не фундаментальное. Ты можешь биться головой об стену, ничего не изменится. Убеждая себя в том, что плохая мама. Тебе все равно по поводу чего убиваться и считать себя плохой. То-то плохая жена, то-то плохая мама, то-то плохая дочка, то-то плохая невестка. Тебе не так уж и важно, за что считать себя плохой. Там нет никакой объективности. И то, как ты сейчас это себе называешь, а я здесь важное звено, это все твоя рационализация, твои привычки поубиваться. У тебя нет возможности пожить обычно. И даже если у тебя сын был бы золотым медалистом, ты все равно бы так себя чувствовала. Потому что вопрос не в твоей плохости и не в объективности, а ты живешь в собственной иллюзии. Иллюзии, которая напрочь далека от реальности, где ты никогда не была ни плохой женщиной, ни плохим человеком, ни плохой матерью и так далее. Все это субъективно. Ты обычная, как и миллиарды людей, мамы, у которых что-то получается, что-то не получается, что-то они знают, что-то они не знают. Ты не нарушаешь закон страны пребывания, ты не бьешь своего ребенка, ты его не насилуешь. Все остальное – твое желание поубиваться и пострадать. И долго ты еще страдать будешь, и ты плохая. Но придумай себе еще иллюзию, что ты плохая. Давай придумаем, что ты сегодня хлопнула 3 раза ресницами, от этого плохой стала. Ну, окей. Тебе страдать не надоело считать себя плохой за все, что тебе вокруг окружает? Вот кто бы тебе что ни сказал, ты плохая. Везде ты одна плохая. Как будто вопрос только твоего ребенка здесь касается. Не было бы у тебя вообще детей, ты бы все равно бы так себя чувствовала. Ты бы придумывала себе все равно повод, почему ты плохая. И это вопрос не к ребенку относится, потому что мы можем с тобой до скончания века говорить о том, что такое достаточно хорошая мать, пометуя Винникота. Читайте книгу Винникота «Воспитание ребенка». Но вопрос заключается в том, что это не проблема понятия «достаточно хорошей матери», это проблема самоидентификации. Я дерьмо, здравствуйте. Я недостаточно хорошая, я плохая. Вот здесь какие у тебя мысли?
У меня мысли такие, что, видимо, я своим примером, даже ну, и примером тоже, и манерой воспитания, как меня воспитывали, так, видимо, я тоже сына воспитываю. Потому что у него не получается, например, наладить отношения там, в школе, он на перерывах прячется под парту, не объясняет это ничем, видимо, ему тоже очень некомфортно. Может, ему нравится играть так? Да, ну, многие то, дети играют под парту, прячутся и так далее. Мы же не знаем на 100% причины его поведения. На 100% мы не знаем, но он в основном он в стороне, вдали от детей, наблюдает за ними, как они там играют, никакой инициативы не проявляет, чтобы как-то с ними наладить контакт. Хотя А с чего ты взяла, что ты доказываешь, что плохая мать? В этом случае? Ну, допустим, в этом случае. Ну, допустим, у него есть специфическая акцентуация характера. Но, предположим, ну, он немного замкнутый, как и многие дети в детстве. Я себя, если даже так вот вспоминать, я тоже был очень сам сильно замкнутым. Я точно такая же была. Я точно так же смотрела на детей. Мы выросли имбецилами конченными, что ли, по-твоему? Ты стала врачом-стоматологом, я стала консультантом психотерапии. В чем проблема? В том, что я... В том, что ты постоянно создаешь суждения, Юль. Ты постоянно создаешь суждения оценочные. Какая я? Он что должен делать по твоему сценарию, чтобы доказать тебе, что ты нормальная? Он что должен, какать одуванчиками, писать буратино, чтобы быть нормальным ребенком, но сказать, что вот тогда я нормальная? Что он не должен делать? Да, у него есть какая-то специфика акцентуации, да, у него есть какой-то характер. Если тебе очень интересно это, покажи его детским психологам. Пускай они проведут... Ну, так... Вообще тогда в чем вопрос? И что она сказала тебе, больной ребенок? На всю сказала, голову? Сказала, что я уделяю ему, видимо, мало внимания. Но, предположим, он нуждается в большем объеме внимания. Ну, во-первых, как это было сказано, что, может быть, правильно ли ты поняла интерпретацию? Она сказала, что, видимо, мы не доиграли с ним. И вот он отстает немножко в... Там, каких-то там навыках развития, ну, и что с ним нужно больше заниматься. Так. Есть упражнения, есть сказки, есть детское творчество, есть детская арт-терапия. Делайте на здоровье, в чем проблема? Почему ты от этого плохой это стало вдруг? Ну, ясно. Ну, допустим, ну да, ну, допустим, есть какие-то детские вопросы, хорошо. Ну, допустим, есть какие-то аспекты, хорошо, окей. Но почему ты плохая сразу? Ведь ты же, наоборот, не промолчала, не проигнорировала, обратила внимание на какую-то его там замкнутость или еще что-то. Ну, вот, показала, да, его психологу. Это что да, доказывает? Тоже себе сказала, да, что я... Что я сейчас могу сделать, да, там, упустила, да, там, сама как-то, видимо, не обратила внимания. Но если сейчас мне об этом сказали, то что я могу сделать? Работать над собой и заниматься с ним, да, все. Угу. Вот и все. И если бы ты была бы безразличной мамой, холодной и черствой мамой, ты бы не обратила бы на это внимание, ты бы не обратила бы никогда... на это свое внимание. Угу. Но ты делаешь то, что ты можешь, в рамках того, что ты можешь. И нету здесь никакой проблемы. Как, угу. Как же ты себя третируешь? Давай с убеждениями. Мой ребенок должен быть какой? Мой ребенок должен быть общительный, незакомплексованный, уверенный в себе. Угу. Он должен меня слушать. Угу. Иначе? Иначе, да, иначе я плохая мама.
Почему это убеждение неверно? Потому что он ребенок, и каждый ребенок любого родителя будет не слушаться. Точно так же, как и я не слушалась своих родителей. Точно так же, как мои родители не слушались своих родителей. И мы имеем на это право. Точно так же, как сейчас мы имеем право на свое собственное мнение, мышление, поведение. Точно так же и дети имеют свое право. Почему это не и доказывает? И рад, что оно не совпадает с моим. Это понятно. А почему это не доказывает, что ты плохая? Потому что все, что с нами происходит, никак нас не характеризует на самом деле. Только моя цель. Все конкретно. Мы сейчас конкретно говорим про ситуацию с сыном. Как ты сама себя депрессируешь? Ты выбрала считать себя плохой, потому что есть какие-то особенности любого ребенка. Твой ребенок тут ничем не отличается. Ну, есть какие-то особенности, но, скорее всего, ничего там такого критичного нету. Ну, тебе хочется вот попридираться со словами, где я не идеальная. Это то же самое, что ты перемыла всю посуду, а потом сидишь и плачешь, потому что тебе кажется, что одну тарелку ты мыла не идеально. И это доказывает, что ты плохая хозяйка. Мне, видимо, просто не хочется, чтобы он в будущем, видимо, сталкивался вот с теми неприятностями, да, которые влекут за собой. Откуда ты знаешь какие-то будущие? Ну, то есть об общении. Вот ему уже тяжело, а дальше будет еще, видимо, тяжелее. Точно так же, как и мне было. Сейчас даже тоже. Вот ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ты сейчас плачешь и эмоционируешь только лишь потому, что тебе кажется, что ты знаешь, как будет у него. А можешь мне объяснить, откуда ты знаешь это? Я знаю только то, что у него по факту. Сейчас не складывается общение с одноклассниками. Ну, предположим, а с чего ты взяла, что это доказывает, что у него будут вообще какие-то проблемы? Ну, потому что то, что сейчас он не может, например, наладить общение, говорит о том, что он, видимо, не имеет такого навыка. И если я ему не помогу этот навык разработать, то впоследствии будет тяжело. А если я не могу ему помочь этот навык разработать, значит, видимо, что-то сама не умею. С чего ты взяла, что ты знаешь последствия? И тебе точно, тебе вот подошли комиссии, да, психиатрическая, и сказала: вы знаете, у вас очень серьезный вопрос с ребенком. Он нуждается в срочной психологической коррекции. Если вы сейчас этот навык не поставите, он у вас никогда не вырастет полноценным. Тебе конкретно так сказали? Что ты все это придумываешь? Что ты допускаешь вот эту катастрофизацию? Откуда ты себе взяла историю про то, что с ребенком случится катастрофа, он никогда не будет полноценным? Какие предпосылки к этому? То, что у него какая-то там есть небольшая замкнутость, которая бросилась тебе в глаза, он залез под парту, и это доказало его будущую ущербность? У нас дети, которые никогда не проявляли никакой асоциальности, никакой агрессии в школе, вели себя как среднестатистические или выше дети, нахрен отрезают головы и вырывают сердце потом. И дети, которые были какие-то странные, были взбалмошные, немного такие революционные, проблемные, становится президентом.
или получают Нобелевские премии, или создают проекты, которыми пользуется весь мир. Что ты себе придумала сейчас? Я тебе еще раз говорю, ты придумала себе историю про то, как себя постебать на тему «За что я плохая?». И долго ты хочешь выбирать вот так вот страдать, а не выбирать думать рационально. Да, действительно, может быть, есть какие-то нюансы. Я покажу психологу, скажу, есть что-то серьезное. Нет ничего серьезного, просто, наверное, надо доиграть. И то она не уверена. Ну хорошо, окей, во что играть надо. Но ты, скорее всего, пойми, что либо есть... Вот это то же самое, что кардиофоб подойдет к кардиологу. Это нет, давай по-другому. Это то же самое, что твой пациент придет, и он скажет, знаете, у меня большая проблема с зубами, если сейчас я не решу, я вообще без зубов останусь вообще, мне в старости ждет катастрофа. Ты открываешь ему пасть, там небольшой поверхностный кариес на парочке зубов, и ты говоришь, ну да, как бы кариес есть, но это ничего страшного, мы это быстро устраним, все, я ужасный человек, я останусь без зубов. Я без зубов, у меня поверхностный кариес, двух зубов, все, я надо было чистить. Я такой идиот, что не слушался маму. Какой я конченая тварь. Я без зубов остался, маму не слушал, все. Все, я плохой человек, мне будут сейчас лечить зубы. Ты бы что сказала такому человеку? Что он перебарщивает. Вот я тебе говорю, что ты перебарщиваешь. Потому что та ситуация, о которой ты говоришь, совершенно не объективна к твоему состоянию. Я понимаю, если ты ко мне пришла и сказала, Лёш, привет, у меня проблема. Мы показали сына комиссии, и нам диагностировали умственную отсталость. Серьезную. И нам сказали срочно на реабилитацию и так далее и тому подобное. И то при этом... Мы можем понимать, что мы можем сделать только то, что в наших силах. Нанять людей, нанять специалистов, начать действовать и так далее. Понимаешь, о чем я? Ну вот. Вот что тебе нужно, и вот что тебе необходимо. А ты берешь и что делаешь? И постоянно что? Выискиваю, как пострадать. Да? Что ты об этом думаешь? Что не нужно себе придумывать? Не придумывать – это не очень веселое слово. Я бы работал бы над твоей катастрофизацией. Ты сама создаешь некую проекцию будущего, обвиняя саму себя. Вот давай, как можно было бы рационально сейчас подойти к вопросу о сыне? Знаешь ли ты его будущее? Как ты будешь действовать в случае? И почему ты постоянно себя винишь, что я плохая мама? Так. Мне бы хотелось, чтобы да, мой сын соответствовал моим ожиданиям, чтобы он был увереннее, чем я в детстве, чтобы он... Наверное, я хочу, чтобы мой сын не повторял тех ошибок, которые повторила я. Но на самом деле я не смогу его уберечь от ошибок в принципе, моих или своих собственных. Он должен их совершить, он должен сделать свои собственные выводы. И мне будет жаль... наблюдать, как ему больно от его разочарований. И мне бы, наверное, не хотелось испытывать этих эмоций, жаль. По поводу того, что он там ошибется, ему будет плохо. Угу.
Но я буду рядом с ним. Буду стараться его поддерживать. А что сейчас вызывает эмоции? Как ты думаешь? То, что я чувствую, что я очень просто его люблю и хочу его поддержать. Видимо, это стандартная реакция мамы, которая вот, не хочет, чтобы ребенок упал. Но он должен упасть, чтобы научиться ходить. Такое ощущение, как будто ты считаешь, что он страдает. Ну, потому что я интерпретирую его слова таким образом. Откуда ты знаешь, что в нем происходит? Я не могу знать. Это вообще для меня загадка. Мне бы хотелось знать больше, что он чувствует, но он в силу своего возраста не может мне сказать точно, что он чувствует. Как правило, он отмалчивается. А я не могу знать, что внутри, и, соответственно, не могу ему как-то объяснить более подробно его возможные шаги в каких-то ситуациях. Угу. Если бы он был, возможно, более осознанным, старшим, возможно, я бы смогла выяснить больше нюансов, и, соответственно, наш диалог был бы более таким эффективным, что ли. А так получается игра как бы в одни ворота. То есть я ему говорю что-то, как маленький мальчик, он еще не готов ко многому, наверное. Просто он должен это сам сейчас прожить. Когда он будет более осознанным, я буду рядом, чтобы ему подсказать что-то. Что тебя больше всего сейчас расстраивает? Понятное дело, что ты его любишь, и понятно, что ты хочешь для него максимального, но ты явно сейчас перебарщиваешь. Такое чувство, как будто ты уверена, что все будет плохо, или он страдает и мучается. Ну, ты из той оперы, что там невротики воспитывают невротиков и так дальше. То есть я как бы могу спрогнозировать немножко, да? Хотя тоже точно не могу. Не знаю. Чуть мне просто нужно больше над собой работать. Нами управляет только то, что я не могу допустить. Нами управляет только то, что я не могу допустить. Что ты не можешь допустить? То, что он не сможет отстоять свое какое-то. Короче, что он просто не сможет, что он будет неуверенным просто. Что будет такой же, как я. Вот так. Вот. Вот это твое убеждение. Он будет такой же, как я. И я должна сделать все, чтобы этого не было. Он может быть такой же, как я, да? Но он не может быть такой же, как ты, потому что у вас вообще изначально даже пол разный. Он уже не может быть такой, как ты, с точки зрения генов, гендерного признака, с точки зрения гормонов. Во-вторых, он не может быть таким, как ты, потому что ты мама, он ребенок. В-третьих, он никогда, в принципе, ни один человек не может быть такой же, как другой на планете. Ты просто придумала себе историю про то, что я должна во что бы то ни стало предотвратить что? Предотвратить его разочарование в самом себе. Ну, вот не знаю насчет разочарования в самом себе, ты даже за него уже придумала, что он разочаруется. Понимаешь, ты за него придумала какую-то его жизнь. Ты за него придумала какую-то историю про то, какая я буду мать, и как он разочаруется, куда он пойдет. Ты не придумала, как будут звать его невесту, собаку?
Странно, пора уже. Ты почему-то за него представила такую трагическую картину. Ему лет сколько? 7. А ты уже знаешь, его практически похоронила в 73 одинокого. Бывает. Бывает. Что ты об этом думаешь? Что я обычная среднестатистическая мама. Которая делает достаточно что? Которая делает то, что она может делать. А то, что она не может, она не делает. И что ты делаешь, и что ты можешь перечислить, что ты делаешь для своего ребенка? Стараюсь больше с ним играть, стараюсь больше с ним разговаривать, так. Выяснять, что его волнует в отношениях с одноклассниками, стараюсь ему говорить какие-то слова, чтобы убедить, что он не такой уж и плохой, как он о себе думает. Потому что он говорит, что вот он очень плохо, там у него там что-то получается писать. Мы всегда стараемся сказать, что пусть он пишет так, как у него получается, просто чуть-чуть лучше старается. И все, не нужно никому ни на кого больше ориентироваться. Вот и все, что я могу сделать. Дать ему поесть, обнять, ложить спать. Ну, ты вызываешь ему врачей, когда необходимо. Да, мы стараемся по минимуму обходиться. Хорошо. Врачам. Что ты такого не делаешь, вот явного, за что ты можешь считать себя такой плохой и ужасной? Иногда я не могу сдержаться. Стыдно очень, когда... Короче, я себя стыжу тем, что... когда он меня там не слушает, то я не могу, например, очень долго объяснять ему что-то спокойным тоном. То есть до какого-то предела я могу там объяснять спокойным тоном, потом я все равно тон повышаю. Да, это этим я себя стыжу, что вроде бы как я не должна на него повышать тон, хотя если не доходит до ребенка, то значит нужно поднять тон, тогда дойдет, а потом мы обнимемся. Ну, было бы неплохо, если бы все дети меня слушались, и он тоже. Но продолжим. Но он все равно ребенок, он не бывает таких детей, которые бы никогда не ослушались своего родителя. Иначе это получится роботы какие-то. Поэтому он имеет свои причины на то, чтобы меня не послушать, которые именно его свои детские причины, которые имеют место быть. Голодный, уставший, взволнованный школой. Вот. Прям голодный, уставший, взволнованный школой, несчастный 7-летний школьник. Кошмар, правда? Страдающий просто в нищенстве, в бедной семье, в одинокой семье, где мать одна тащит нескольких детей, он доносит обноски. Ест остатки доширака и страдает, и мучается. Клёвая у тебя жизнь. Спасибо. Прям вообще, я представляю, как тебе весело от этого. Вот ты вот прям действительно видишь вот так вот трагично все, что происходит. Вот я сейчас тебе проутрировал, преувеличивая, чтобы ты увидела, как это. Ты действительно видишь, как будто вот у тебя сын мучается и страдает. Но поясни мне хотя бы несколько аргументов, почему твой сын мучается и страдает. Откуда ты это знаешь наверняка? Наверняка я ниоткуда не знаю. Тогда, прости, на основании чего ты так решила?
своих мыслей. Своих предположений. И оценок. Хорошо, а что послужило на этой неделе ухода в такую катастрофизацию? Как ты сама думаешь? Сейчас скажу. Только я буду очень плакать. Ну, я так и понял, ведь наши сейчас зрители, и я в том числе... Нет, ну я-то понимаю. Но зрители не очень понимают, почему я затронул эту тему, а я же пользуюсь во многом своей интуицией. Я сначала прошелся по этой катастрофизации, преувеличению, очень сильному преувеличению. Но я же прекрасно понимаю, что в психике все взаимосвязано. Поэтому я задаю вопрос, а с чем связана такая повышенная тревожность и катастрофизация? Что-то случилось? Что? Если хочешь, можешь рассказать. Если не хочешь, можешь не рассказывать. Планировали второго ребенка. Я вот уже давно планировали, потому что не получалось. И в этом месяце я просто подумала, что если опять, например, там не получится, то я, наверное, это отложу до того момента, пока я, например, сама для себя там не приму какие-то там мысли свои там, относительно детей. А что ты имеешь в виду мысли относительно детей? Ты же сказала, что вы планируете. Ну да, ну понимаешь, как это... Ну если планируете, значит мысли уже как бы созрели. Вот, ну понимаешь, кажется, что ты вроде бы как созрел, но у невротиков же все шиворот на выворот. Невротики — это обычные люди. У людей все шиворот на выворот. У людей, да, у людей все шиворот на выворот. И у меня в том числе... что, опять же, мы используем вот это вот, ну, желание там продолжения рода, оно инстинктивное, но мы его всегда там, возможно, что-то окрашиваем. То есть я считаю, что если и есть желание там стать мамой, то это желание должно быть продиктовано желанием именно вот быть мамой для ребенка и быть готовой, например, взять там какие-то обязанности за этого ребенка, там как-то, ну, в общем, а не использовать это как какой-то метод доказательства, что ли. Ну окей, хорошо. Чему-то. А как это связано с твоими слезами, слезами? Ну просто. Я же запуталась в своих мыслях. Ну, короче, просто я думала, немножко говорю это отложить, но вот оно, видимо, откладывать уже не получится. Да? Вот. Почему? То есть я всегда... Ну, вот я забеременела, да. А. И это трагедия? Да нет, знаешь, вот я, ну, я на самом деле очень интересно, что когда я подумала, что там, я хочу отложить, а потом я узнала, что вот, там, результат позитивный, то у меня на самом деле не было такого какого-то ужаса, что Господи, что же это такое случилось, то есть я как-то... Мне показалось, что я это спокойно. Мне показалось. Короче, вроде бы я как это спокойно восприняла. А что тебя пугает? Ты уже один раз рожала. Это явно не неопределенность в этом смысле. Это явно не понятие, я не знаю, что меня ждет. Что конкретно вызывает, какие интерпретации, мысли сейчас у тебя вызывают эту беременность? Как ты себя, собственно говоря, стрессируешь по этому поводу?
а не радуешь? Стрессирую, потому что, я буду опять, что второй ребенок будет точно такой же, как вот первый, и что вот он тоже будет такой же. Четвертый будет похож на Сталина. А? А четвертый будет похож на Сталина, а восьмой на Берию, а 18-й будет похож на Индиру Ганди. А еще второй ребенок 18 лет пойдет и наступит в какашку возле подъезда. Ну давай в такую уйдем. Ты правда сейчас считаешь, что твоего второго ребенка уже будет заранее обреченная, пагубная, плохая, нездоровая жизнь? А что ты не плачешь, что он получил двойку в третьем классе во второй четверти? К чему я это говорю? Потому что не надо себя катастрофизировать наперед. Потому что мы не знаем, что будет впереди, и нужно решать ситуации по мере их возникновения. А какие объективные предпосылки тебе доказывают, что твои версии правильные? Что у твоего ребенка будет такое страдальческое будущее, только уже у второго. Одному ты жизнь испортила, и он уже больной инвалид. Теперь второй ребенок будет больным инвалидом. Какие конкретные вещи? Ты что, детей лопаты по голове бьешь? Что конкретно вот это делаешь такого, что делает их больными? Ну, больными не делает, но, возможно, я как-то... У меня, видимо, какая-то манера делать замечания, что... Ну, если люди, которые там случайно слышат, как я делаю замечания, то они дают мне обратную связь, говорят, что они сами как-то так себя почувствовали, как будто это их отчитали. Я вроде бы и не кричу, но я, видимо, так это говорю, что, блин, лучше бы, наверное, крикнула. Ну, приведи пример. Как это у меня так получается, я сама не знаю. Я пока не знаю, о чем ты говоришь. Я слышу это впервые. Как это выглядит? Ну, например, сейчас я скажу. Я лично к нему придираюсь на людях. Опять же, это продиктовано моей какой-то там... Ладно. Короче, ну, например, там возле терминала, да, там в банке мы заняли очередь, а вот я как мамочка считаю, что вот ребенок должен обязательно там стоять возле меня в очереди. Если он подошел там к мужчине, который сейчас возле терминала что-то делает, то я плохая мама, что не сделала ребенку замечание. И я начинаю ему говорить, что Артурчик, посмотри там вокруг, смотри, есть очередь, давай подойди сюда, встань возле меня, мы дождемся очереди. Я не знаю, как я это на тот момент говорила. Возможно, какая-то интонация была специфическая. Вот не слышу я себя со стороны. Но мужчина, который стоял возле терминала, он сказал, он только на меня посмотрел, он гляделся по сторонам и говорит, ничего себе, говорит, я думала, это меня читали, может, это я не в ту очередь стала. Короче, вот такой раз было, а потом там... Стой, остановись. Какие конкретно слова... В твоей фразе можно назвать какие-то странные по отношению к ребенку или жесткие. Артурчик, давай встанем, как? Я сказала, оглянись по сторонам, что есть очередь. Артурчик, встань, оглянись по стороне. По сторонам есть очередь, встань, пожалуйста. Ну, вставай в очередь возле меня. Вставай в очередь возле меня.
И где здесь слова, которые какие-то грубые, неприемлемые и странные? Вот и мне удивительно, почему мужчина это... Потому что ты ему могла понравиться, он захотел найти повод с тобой заговорить. Но ты чего? Он мог захотеть просто с тобой познакомиться. Со словами «Какая интересная, красивая мама!» «Ой, сейчас меня отчитали!» «А не трахнете ли вы меня стропоном тоже?» «В моем подвале!» Куча причин, почему он стал с тобой об этом говорить. Он не сделал те замечания со словами «Девушка, как вы обращаетесь со своим сыном? Вы что?» Он так тебе сказал? Ты видишь, как ты все интерпретируешь? Ты даже попытку познакомиться с тобой интерпретируешь, что ты якобы плохая. Ну ладно, а была еще та ситуация, когда там, мы в парикмахерской были вдвоем с Артуром, и я, значит, что-то, я сидела в кресле, а он решил там по залу ходить, там, игрался там. Ну, как обычно, это свойственно детям. Да. И я ему не делала насчет этого никаких замечаний, но потом управляющая там сказала, что нужно ребенка посадить, чтобы он где-то там в конкретном месте был, потому что он там может либо мешать персоналу, либо там поскользнуться, упасть, такое. Все верно. И мы определили, я говорю, Артурчик, говорю, давай ты будешь или там телевизор смотреть, или ты будешь там в коридоре там возле шкафа сидеть. Он говорит, возле шкафа, окей. И я опять, значит, дальше там стрижками занимаюсь. Потом, когда он снова вернулся в зал, он там стал возле мастера очень близко, она его зацепила, говорит, ой, отойди, пожалуйста. И в этот момент я ему сказала, говорю, Артурчик, нужно быть возле шкафа, так как мы договаривались. И вот эта мастер переглянулась с другой своей коллегой и говорит, такое ощущение, как будто его в угол отправили. То есть, я не знаю, что... Но такое ощущение, как будто его в угол отправили, было кому сказано? Мне. То есть, Было сказано, ты уверен, что это было сказано с претензией, а не с другой, с другим посылом? Ты уточнил, что они имеют в виду? Я уточнила, что говорю, что такое ощущение, будто я его в угол отправляю. Он говорит, да. Как будто это наказание какое-то. А как ты сказала, куда ему идти надо? Я сказала, Артурчик, нужно быть возле шкафа. Какого шкафа? В коридоре, возле которого он выбрал себе место. Правда звучит так, Артурчик, будь возле шкафа, чтобы эти тети не считали меня плохой мамой. Да, да, да. Угу. Да, да, да. Потому что тети для меня эти такие важные в этой жизни. Хорошо, подожди, остановись. Предположим, они, эти мастера, разочаровались тем, что ребенок стоит возле шкафа. Возле какого шкафа? А почему не возле не шкафа? А Артурчик, стой возле шкафа, как вкопанный. Зачем? Ну, как раз, не самой стыдно, честно говоря. Не, можно стоять возле швабры или возле вешалки. Ты зачем пытаешься понравиться всем? Гуляет у тебя ребенок по парикмахерской. Сделали тебе замечание словами «это небезопасно, возьмите ребенка к себе». Тебе показали, где ребенку лучше находиться? Там. Где? Там, где я сказала. То есть, ему сказали, стой возле шкафа или посиди на диване, или еще где-нибудь поиграй. Там просто диванов было несколько, один из них был возле, возле шкафа. Нельзя взять разукрашку, дать ребенку разукрашку и посадить его на диван, чтобы он нарисовал, сидел? Там у него было свое занятие, он занимался. Все, в чем здесь проблема? Фраза, как будто его в угол поставили и так далее, вовсе ни о чем не говорит. Весело девчонкам. Никогда они не слышали фразы по поводу шкафа.
Обычно они слышали фразы «иди посиди на диване» или «иди ко мне, давай вместе посидим». Ну, предположим, окей. Но сиронизировали они про шкаф. «Стой возле шкафа». Но как это делает тебя плохой? Как ты думаешь? Что сама думаешь по поводу той фразы мужчины и этой и этих фраз парикмахеров? Ну вот, сама объективно. Это доказывает? Ты сама, вот только по-честному, что ты думаешь? Это доказывает то, что я воспитываю своего сына наверное, как-то невротической установкой, да, что вот окружающие должны подумать, что я хорошая мама, если я не сделаю им замечание, значит, я мама плохая. Вот и вся дурня. Предположим, есть такой момент, и твой ребенок чувствует, что тебе важнее показаться социально правильной, и замечание в его адрес больше связано с тем, что «Артурчик, будь как тетя, будь как сказала тетя, будь как сказала тетя, Артурчик, мы должны быть хорошими, мы должны быть хорошими, мы должны быть хорошими перед тетей, мы должны быть хорошими перед дядей, мы должны быть хорошими перед тетей». Вопрос: нахера? Он вырастет и скажет: «Мам, шла бы ты нахер. Иди будь хорошей для своих теть и дядь. Дай мне пожить спокойно». Это вопрос к тебе. Зачем ты хочешь быть хорошей? Причем половина поведения теть и дядь вообще никакого отношения не имеет к тому, что ты как ты себя ведешь. Хотя, возможно, твоя интонация настолько тревожная, что ты тревожишься больше за то, как подумают о тебе социально, нежели о том, как будет себя ощущать твой ребенок, например. Артурчик, ты что делаешь? Тете не нравится! То есть ты готова, в принципе, есть такая гипотеза, больше быть для нее хорошей, чем для своего сына. Ну вот это и мне и не нравится, и вот за это, видимо, я себя виню. Нравится или ты винишь себя, и эта погода не меняет. Вопрос не про это. А вопрос про то, как мы можем это корректировать через осознанность и через форму поведения. Бывает так, что мы, например, если втроем где-то, то то, к чему отношусь спокойно я, у мужа вызывает удивление, почему ты не делаешь ему замечания. У нас вот тоже типичная, видимо, ситуация, когда отец думает по одному, а мама по другому. И получается тоже вот какой-то. Я тоже, видимо, с оглядкой на то, что скажет муж, и вдруг, потому что есть убеждение, что как бы отец с матерью должны как бы в одном направлении воспитывать. И если есть какие-то там расхождения во взглядах, там, на поведение ребенка, то это как бы тоже плохо влияет. Как? И, видимо, ну, что вот один что-то запрещает, а другой там позволяет. И у ребенка нет ориентиров. И он пытается как себя повести в какой-то там ситуации, видимо. Ну, верно. Но я хочу, чтобы ты еще поняла кое-что. Ты что сама думаешь? Насчет чего? Насчет желания понравиться. Что интересно, что вот видимо, я недостаточно работаю.
твое желание понравиться незнакомым тетям и дядям как может быть корректировано? Принять то, что я им могу не понравиться. И что мои какие-то действия могут не совпадать с их ожиданиями. Что это нормально. Что я Если имею право тебе воспитывать это. тетя и дядя подумают о тебе плохо, как можно было бы, например, в этой парикмахерской ответить своему сыну по-другому чуть-чуть? Не создавая в нем чувства вины или стыда. Когда я поясню тебе, когда мы делаем ребенку замечание со словами «посмотри на очередь», «посмотри вокруг», «посмотри туда», «посмотри сюда», мы что делаем? Мы призываем ребенка к чувству вины. Да, посмотри, тетя расстроилась, посмотри, видишь, как тете не нравится, посмотри то, посмотри все. Мы ребенку вменяем вину со словами «посмотри, что ты сделал, идиот». При том, с лучше. Хорошими словами и с хорошей интонацией. Вот в чем прикол. Я не знаю твоих слов и не знаю твоей интонации, поэтому я могу только судить с твоих слов. И то и далеко не факт, что там интонация или слова какие-то странные. Да и далеко не факт, что твой сын воспринимает это так болезненно. Возможно, ты говоришь как-то так, что это социально, иногда люди обращают на это внимание, потому что, может быть, это нестандартные какие-то словосочетания. Но давай возьмем гипотезу самого худшего, что то, как ты это делаешь, это создает чувство вины и стыда у твоего сына перед тем, чтобы социально выглядеть правильно. Как можно это поменять на поведенческом уровне? Что можно говорить и делать по-новому здесь? Ты знаешь, я понял, знаешь, что я сейчас хочу тебе сказать в самом конце? Нет. Вот многие сейчас сидят и не понимают, что с ней происходит и что вообще происходит на занятии. А я думаю, что у тебя просто поднялась очень сильная тревога по поводу второй беременности. Я тоже так думаю. И весь бред, который ты сейчас, мы с тобой обсуждали в течение всего занятия, это демонстрация того, как ведут себя наши клиенты. Вместо того, чтобы говорить о тревожности, которая действительно в них на самом деле поселяется, мы начинаем поддерживать диалог про то, как это проявляется в виде повышенной тревожности. А у страха, как известно, глаза велики. Вот я хочу тебе показать, что вот все, что мы сегодня перебирали, это абсолютно бесполезно. И мы потратили с тобой одно занятие, а люди тратят на это годы. Да, там можно искать, конечно, рациональные суждения, да, и катастрофизации, но я хочу тебе сказать, что вот эта вся тревожность за вот эти мелочи, интонацию, кто-то что-то подумал, возле банкомата кто-то стоял, кто-то что-то мне сказал, вся вот эта гипертрофированная тревожность поднимается, потому что есть на это причина. И причина главная. Помнишь, я говорил, что в неврозах есть главная причина, вызывающая тревожность, и есть вторичное уже проявление тревожности. Вот мы с тобой обсуждали проявление тревожности в полном ее объеме, как это выглядит. И насколько это странно. Люди сидели и говорили, что за бред они двое тут несут. Как это вообще, что это такое? Насколько это смешно и мелочно. Вот так выглядят наши клиенты. Они пытаются из мухи раздувать слона, потом этому слону заглядывают в хобот, потом этот хобот засовывают в задницу, начинают изучать это и так далее и тому подобное. И вот здесь надо понять, а как у тебя возникает тревожность по поводу второй беременности?
Что ты сама думаешь для завершения? Что вызвало тревожность по поводу наличия беременности? Как ты сама думаешь? Может, то, что я не справлюсь. Не справлюсь с чем? Что не справлюсь со всем тем, что со всеми обязанностями, возможно. Я чем меньше буду внимания уделять своим старшим. Вот тебе домашнее задание. Сядь одна дома и поговори сама с собой честно, что может вызывать твою тревожность. Во-первых, начни с того, хочу я или не хочу. Если да, то почему, если нет, то почему. Как я могу преувеличивать эту беременность, что я не справлюсь или что у меня не получится, и как это может выглядеть? Ты сама хочешь этого ребенка второго? Я говорю, что я хотела это отложить. Да. Какой срок? 5 недель. Угу. Что говорит муж? Счастлив. А я просто, понимаешь, я планировала сказать ему, я думала, дождусь, что в этом месяце будет. Думала сказать ему, что там, давай отложим. А последний вопрос. А ты хотела отложить по какой причине? Можно спросить? Потому что я считаю, что тут только мама сама для себя должна хотеть или не хотеть. Не для кого-то. Не для родственников. Господи, какой бред. Для родственников? Ну, блин. Ну, да, да. Ну, давай предположим, что ты рожаешь второго ребенка не для родственников. Так ли это ужасно? И что ты будешь делать? Предположим, в ходе терапии ты поняла, что ты не хочешь жить для родственников, и ты не хочешь делать для них какие-то вещи и вообще жить так, как они хотят, и ты хочешь немножко по-другому. Это понятно, но жизнь распорядилась так, что сейчас происходит немножечко по-другому, но это все равно не может тебя тормозить со словами «я все равно буду жить так, как я считаю нужным, ни для родственников и ни для кого». Да, я забеременела, но это вовсе не означает, что это какая-то преграда. Как будто если бы этой беременности второй не было, ты бы была бы, знаешь, прям вот на крыльях этой самой свободы. Если бы тоже так думала, что надо просто... Ну, во-первых, есть аж целых, даже если уж на то пошло, то на 9 месяцев, да, чтобы что-то понять, переосмыслить. За 9 месяцев можно 33 раза еще изменить свою жизнь и отношение к ней. И... страну, людей и так далее, что хочешь. И что на этом не заканчивается абсолютно ничего. Что... можно много, если хочется что-то сделать, то делать. Вот и посиди и подумай, какие моменты тебя тревожат.
Возможно, ты приняла для себя какое-то решение, а потом тебя догнала эта новость, и ты просто не ожидала, потому что ты уже распланировала чуть-чуть другую жизнь. И я тебе хочу сказать, что это не просто так ты забеременела в этом смысле, потому что жизнь всегда подкидывает нашим клиентам очень хорошие показатели, хорошие ситуации. И вот ты для себя якобы приняла решение и поняла, что ты хочешь попозже. И вот тот раз тебе подкидывают такую ситуацию, где тебе показывают метафору, что не все идет по плану. Давай учись быть гибкой. И принимай решение, и думай, как к этому можно отнестись. Вот тебе еще раз жизнь показывает ситуации, где как бы ты ни планировала и как бы ты ни хотела, иногда может быть по-другому. Но это вовсе не означает, что ты должна быть там, делать этого ребенка для родственников. Подумай об этой гибкости и о том, к чему тебе эта ситуация пытается показать и научить. Что это за урок? И как с этим можно обходиться? И почему ты так себя тревожишь? Ну, давай предположим, ты была не очень готова. Хорошо, окей. Ну, давай предположим, ты хотела бы отложить. Ну, окей, хорошо. Ну, как к этому можно подойти сейчас более гибко, исходя из реалий и 9 месяцев? Мне хочется задать тебе ряд личных вопросов, но я не буду это делать именно в формате реалити. Подумай, попиши, планируй. Покрути ситуацию на бумаге. Не крути ее в голове, хорошо? Хорошо. Покрути ее просто на бумаге со словами «Давай подумаем, как из этой ситуации можно выходить в перспективе». Ну да, по факту так оно и есть. А так ли это драматично? А так ли это ужасно? А рушится ли на этом что-то? Может быть, это наоборот хороший трамплин? Если трамплин, то для чего? И как я могу это все совмещать и делать? То, что я запланировал до новости о беременности, это, конечно, прекрасно, но придется все делать то же самое, только чуть-чуть подкорректировать. Чуть-чуть. Не воспринимай это как тупик или обрыв назад. Это не обрыв назад. Но такое ощущение, как тебе якорь на шею повесили сейчас. А разве якорь висит на шее? Нет. Вот самое смешное в том, что ты как, насколько мы себе вот это все придумываем, потому что одно полушарие твое думает вот именно так, я даже была очень рада этим мыслям, а второе полушарие где-то там вот лезет вот этим говном, извините. Лезут сомнения. Все эти сомнения должны быть выписаны и прикончены на бумаге. До встречи через недельку. Пока. Пока-пока.